Многие спрашивали, как сохранить чисток до весны. Я отвечала, ну, это не показывала всем. Ну, а теперь расскажу всем. Вот у меня на зиму чеснок. Вот я его оставила тут. Сколько у нас? 130 штук. Вот, на зиму в сентябре месяце 130 штук. Вот он у меня в этой коробочке. Но в коробочке я сделала отверстие. Вот они. Это специально вот шило взяла, чтобы показать. Вот они, отверстия. Со всех сторон отверстия. Потом нашла ящик, который побольше. Ставила сюда ящик. Ну, на дно газеты положила. А теперь здесь, вот в этот промежуток, надо уложить газеты вот таким образом. Сразу в гараж. Теперь приступим к хранению лука. Это который сивок. Это вот я уже упаковала ее. А это лук сивок, который остался. Возможно, весной я его посажу. Вот такие коробочки. Я тоже здесь проделала дырочки шилом. Раньше в деревне мы выкапывали по 40 ведер этого лука. Бизнес такой у нас был. Ну, тогда его хорошо покупали. Не было в продаже. Вот. Ну, сейчас уже этим мало кто занимается. Я его тут газеты переложу. Сюда поставлю. И таким образом тут тоже дырочки. Так. Так. Вот здесь тоже газетку надо положить. И вот я стянула вот так, чтобы связать и переносить. Вот так они будут у меня стоять.